Привет, девчонки, меня зовут Инна. Сегодня по ссылке AliExpress одела перчатки, потому что ногти, маникюр в ужасном состоянии, надо переделывать, показывать не хочу. Посылки, заказанные за последний месяц, летят вообще как на ракете, они меня завалили, я не успеваю снимать распаковки, тестирование. Ну и поехали с первой посылки. Первой посылки очередной набор красивых кистей. Стоил набор недорого и прилетел он очень быстро. Меньше месяца бросили мне его в почтовый ящик. Вот такие вот здесь красивые кисти. Лепесток, язычок для нанесения базы, топа. Видите, не знаю для чего, но для чего-нибудь придумаю. Вот такие вот кисти стоили недорого. Ручка у них короче. Вот если вам для сравнения, вот такая вот кисть у меня есть, рыбка, хвост русалки. И давайте еще вот с такими сравню. Ручка коротенькая. Ну, не намного, правда, короче. В общем, очередные кисти. Следующая посылка. Здесь чехол на платошный телефон старенький. Обычный пластиковый чехол. Тут ананас. Модель не новая. Я надеюсь, я правильно выбрала модель. Все. Все хорошо. Подходит. Так, здесь поп-сокет, это выбирала себе Виолет на телефон. Вот такую лапку серенькую. Они у нас есть в России по такой же стоимости, но доставка по России платная. А здесь была бесплатная доставка, по-моему, 70 рублей, что ли, он стоил. И доставка бесплатная, прилетела посылка быстро. Поп-сокета заказала два. Ставлю вам кусочек видео о заказе. И мне второй не доложили для Платоши. Там он выбрал себе с Капитаном Америкой. Продавец сказал, я ему написала, он сказал, открывайте спор, мы вернем вам деньги. А здесь я заказала макролинзу. Уже с ней побаловалась. Ставлю вам фотографии. Вот такая вот линза. На 180 градусов. Так, линзы тоже стоили. Вот эта прищепка, к прищепке прикручивается линза. Вот меня интересовала вот эта вот макро. Здесь их две. А вот эти вот, если честно, вот эту я, ну, я не поняла. Мне она, в общем-то, не нужна, мне была макро. За 70 рублей меня полностью устраивает. Не могу сейчас ее... А, ну да, не могу. Чего я не могу? Могу показать. Все,
все сюда вкручиваешь. Вот таким вот образом одеваешь на камеру. Здесь такая поролоновая прокладка, чтобы экран не царапался. В общем, вставлю вам видео, как фотографии с макролинзой. В мешочке. Стоило копейки, но она мне понравилась. А здесь был поп-сокет для меня, но ей Ангелина его себе забрала, старшая дочка. Тоже вставлю, кусочек видео вставлю. Я сняла на ее телефоне, как он. То, что стоило мне дорого, поп-сокет понравился. Закажу себе тоже еще. Эти лучше качества? Да. Чем распределиться? Да? Распределиться прям. Без этой штучки получается. А, ну здесь прям лежат, это есть. У нас все как-то остается, получается. Ну, здесь лучше. Поразобрали все у меня посылки. Мешок мусорный, в нем 3 посылки. О, все полетело. Ну, давайте тогда с той, с которой все полетело. Вот оно. Здесь очередной бешеный закуп приз. Вот столько. Ну, заказала я всяких разных, тех, которых у меня нет. Так, вот черные. Я еще их не пробовала, не дезинфицировала. Как продезинфицирую, буду пробовать. Не знаю, как-то. Может, сниму отдельное видео про фрезы. Стоили они вообще недорого. Был там купон у меня. Ой, трясу камеру. Вот такие вот. Это твердосплав. Дальше. Одна вот такая вот. Радужная. Бочонок с закругленным носиком. Тоже интересно попробовать. Кстати, я заказала в магазине. Из этого магазина мне приходила. Я выиграла в халяву фрезу. Она мне приходила вот в такой же расцветке. Вот мне интересно стало попробовать, какого качества остальные фрезы в этом магазине. Вот такой вот барабан, наверное. Вот здесь он не острый. У меня вот есть... Фреза, которая из этого магазина, у нее острые эти края, а здесь они закругленные. Дальше. Что еще показать? Вот такая вот фреза с двумя фиолетовыми насечками. Так, красная, тоже с такими насечками, вот так, с расположенными насечками у меня нет такой фрезы. Так, вот таких вот две, синяя и зеленая, две, да, две вроде бы. Видите, как у нее насечки какие. Синяя и зеленая. Так, как еще вам? Керамические. 3 штуки керамических.
елочка керамическая. И в другом магазине я заказывала елочку твердосплавную, она мне не понравилась, потому что у нее носик, мне не понравился носик. А здесь на носике мелкие-мелкие насечки. Как их вам показать-то? В общем, тоже буду пробовать. Ей удобно будет выпиливать, видела, девчонки выпиливают из-под ногтя и подлезть близко к кутикуле, к боковым валикам, но буду пробовать, пока ничего сказать не могу. Вот такой вот керамический барабан тоже. Здесь, кстати, носик у него отличается вот от носика вот на этой фрезе. Вот у этих фрез лысые они, видите, гладкие. А здесь насечки тоже есть. Так, дальше. Вот такая вот тоже. Не поняла, только это розовая, наверное, насечка. Вот такая. Черный твердосплав. С черной насечкой. Такие мощные зубья. Но это для геля какого-нибудь. Для твердого материала снятия, для не для гель-лака. Вот такая вот синяя насечка, она такая узенькая. И еще вот синяя насечка, это еще уже. Все, осталось чуть-чуть. Так, и с тремя зелеными насечками. Узкая фреза, ей тоже выпиливать из-под ногтя будет удобно, наверное. Но надо пробовать. И последняя. Вот такой вот барабан. Но мне не понравилось, что у него ножка короткая. Вот из фреза, которая мне приходила на халяву из этого магазина, у нее тоже ножка короткая. Ну, я ей пользуюсь, она мне нравится. Здесь тоже, вот видите, здесь есть насечки на носике, на кончике, где. Вот здесь нет никаких насечек, здесь есть. Вот здесь тоже нет никаких насечек. А на это и есть. Не знаю, в общем, продезинфицирую их, и там уже посмотрим. Посмотрю я, вернее, как я сниму. Если я вам буду показывать по одной фрезе, когда делаю маникюр, то это растянется на год. Скорее всего, сниму отдельное видео. Попробую все их как-то по чуть-чуть. В общем, да. Фрез я купила кучу. Дальше здесь трафареты бумажные, по-моему, 24 штуки. У меня есть трафареты бумажные с френчем, а вот со всякими разными нет. Тут мне как-то захотелось сделать кое-какой дизайн, но у меня не было таких трафаретов. Вот звезды. Сердечки. В общем, всякие разные. Здесь волны извилистые всякие. Прилетели очень быстро. Вот круто, когда объединяют посылки. Мелкие. И они приходят быстренько. Вот тут есть и френч, и кружочки. В общем, стоили копейки эти трафареты. И мне они нужны.
Так, осталось еще чуть-чуть. Здесь мусорный мешок пустой. Здесь были лот стринг. Бесшовные стринги. Первый раз заказала нижнее белье на AliExpress. И тоже кусочек видео вам вставлю. Они, это не мой размер, конечно же. Это я на дочке вам покажу их. Тиранники превышены, порой заболевали. Ну, прикольно. А вас отпустили на неделю всего, да? Да. О, у нас первые случаи появились коронавируса. Как раз нормально, да? Вообще нормально. Всего недельку. Да, все так же пишут, видимо, что это свободное посещение до 12 числа апреля. Mm. Ну, это типа сами родители выбирают, будет он ходить или нет. Там вроде заявление нужно писать, что-то такое. Mm. Пишешь заявление, там параграфы будут тебе скидывать, он их заучивает, который должен был... Так, в магазине какой размер ты покупаешь? XXS. А где покупаешь? Когда как? Повернись попой. Последний раз в Нью-Йорке покупала. Твое покупала, да? Твое тоже XXS покупала? Да, да, тоже. Так, здесь все. И последняя посылка в этой распаковке. Здесь много-много гелей. Виналиса. Семь штук. При распаковке гелей и йодж. Они пекут гели и йодж. Мне писали, что попробовать советовали. Гели. Виналиса, что они не пекут. Вот. Гели. И йодж. У меня их тоже много. Простите. Теперь попробую еще и Виналиса. Комод открывается. Так. Где же у меня такая штукенция, которую можно разрезать? Вот про такую штукенцию я говорила. Я не знаю, как они называются правильно. Вот эта вот часть меня интересует. И я как-то уже пробовала. Так, давай. Отрезайся. Да. Главное попасть еще. Говорят девочки, что Виналиса не печет в лампе, в отличие от йодж. Попробую. Купила много, буду делать замесы. Купила баночки для замесов. А вот такие вот всякие разные. Купила для укрепления, для наращивания и для замесов. Сейчас скрою все за кадром. Наконец-то я закончила со вскрытием. Смотрите, банки полные до краев. Я специально их поставила, чтобы они у меня отстоялись еще, будучи в этом пакете. Natural Pink. 306 номер. Банка пластиковая, 15 миллилитров. Пигмент немножко расслоился. Так. Следующий Light Pink 303. Надо будет оставлять их,
чтобы прямо стояли. Так, прозрачку я вам уже показала. По-моему, да, показала. Следующий Soft Pink 301. Вот этот вот красивый. Сейчас еще достану оттенки сравнить с гелями и Йодж. Мне кажется, они похожи между собой. Так, следующий Light Nude 309. Вот этот такой какой-то. На камеру он у вас не такой яркий, а так он. Прям, я не знаю, персиковый. Пигментированный. Ну, я за это не переживаю, что они будут плохо просыхать. Их можно перемешать с прозрачкой. Что я и сделала с теми оттенками и Йодж, которые у меня плохо просыхали. Делаю, вернее. Cover Pink 304. Это такой темный, бежевый. Как и риск. И последний. Я кисть протираю. О, это пушер сразу. Teen Pink 302. Так, сейчас для сравнения я достану и Йодж. Так, вот первый Cover Pink. Здесь Cover Pink совсем другой, значит, нет, я ошибаюсь. Значит, не из одного бидона разлитый, я думала. Тут вообще темный. Так, дальше. Light Pink. Light Pink. Тут тоже совсем вообще отличаются. Этот скорее похож. Да, ну он как бы один в один совсем ни на какой не похож. Ну, какое-то сходство есть вот с Teen Pink. Дальше. Teen Pink. А здесь Teen Pink. Только что я вам показывала. Ну, они тоже не похожи. Совершенно разные. И Soft Pink. Вот видите, они у меня подписаны. Плохо сохнут, которые... Вот я их с прозрачкой мешаю. Этот прям вообще красивый. Soft Pink мне нравится. И Йодж. Где Soft Pink? Вот Soft Pink здесь. Но они тоже не похожи между собой. Вот этот красивый. Ну и давайте по-быстренькому. С каждым гелем. Оттенок хотя бы посмотреть. Выравнивается хорошо, быстро.
помочь. С кончика стянуть. Еще разочек и ставлю в лампу. Ну, на 30 секунд, наверное, вряд ли просохнут. Ну, давайте попробуем 30 секунд сначала. Почти выровнялся. Идеально. Отправляю в лампу на 30 секунд. 30 секунд прошло. Так, липкий слой. Вроде просох. С трудом носка вырнула. И да, немножко не просох. Так что все-таки лучше сушить минуту. За 30 секунд он не просох. Мягкий. Пластичный, он не ломается. Так, давайте еще. Light pink. Первый был natural pink. Этот не такой пигментированный, он полупрозрачный. Хотя в банке смотрится плотным. Ну, первый я, конечно, нанесла слой. Толстый слой нанесла. Ну, говорю, те гели, которые, простите, не будут просыхать, я их буду мешать с прозрачкой. Кстати, у многих российских торговых марках, во многих, я дешевые, которые бюджетные, я видела гели в таких же банках. Прям банки один в один. Единственная разница в наклеенной наклейке. Такие как... Не буду, ладно, называть. У кого есть, те знают. Ставлю в лампу на 30 секунд. Добралась. Этот просох внутри. Следующий soft pink. Нет, все-таки мне нравится вот так, туда-сюда, туда-сюда. Катать капельку. Следующий наношу, пока у меня в лампе Light Nude. Пока у меня тот сохнет. Мне больше вот так нравится. Ставишь капли. Ну, тут я близко прям поставила. Ну, это типс. И потихонечку стягивать из стороны в сторону. Он как-то так ровнее ползет, стягивает. Этот тоже не просохнет, видите. Да. 30 секунд не просох. Надо сушить дольше, либо разбавлять. Следующий. Вот этот темный.
Cover Pink. Вот это тоже такой плотный, пигментированный. Тоже, наверное, не просохнет. И я каплю большую взяла. Тин Пинк пока сохнет тот. Вот этот не такой плотный. Как вот этот? Как этот? Легко распределяется. Я, кстати, не показываю вам оттенки. На типсине. Все, отправляю эту лампу. Смотрим. Ну, здесь тоже все просохло. Не, немножко не просохло. Ну-ка, давай. Давай мы тебя стриганем. Да нет, все просохло. Просохло. Все, последнее тоже просохло. Давайте проверяем. И все. И разбегаемся. Вот этот легко наносился. Я так и подумала, что он хорошо просохнет. Все, шикарно. Просох. Ну все, теперь точно всем спасибо за просмотр. Всем пока. Сейчас покажу поближе гель еще.